1 июня в Алматы стартует электронное зачисление в первый класс. Теперь выбрать школу для ребенка можно онлайн, а стоять в очередях, чтобы узнать, есть ли свободные места, и подать документы больше не придется. Родители могут выбрать любую госшколу города, не только по своему микроучастку. Отказать в зачислении могут только в двух случаях, если ребенок не достиг необходимого возраста или школа уже набрала максимальное количество учеников. Информация о количестве свободных мест доступна на сайте miktepalmaty.kz. Все документы подаются онлайн, после чего в личный кабинет заявителя приходит приглашение от школы. А заявки будут фиксироваться и проверяться управлением образования. При любых попытках обойти систему нарушителей ждут административные взыскания. Чтобы весь процесс приема в школу был прозрачен, для того, чтобы родители, не выходя из дома, могли подать заявку в прием в первый класс. Что данная мера снижает коррупционные какие-то проявления.